В России завершился основной период ЕГЭ, следом за ним резервные дни. 9-й гимназии Химок сдают английский и обществознание выпускники прошлых лет. Все проходит в штатном режиме, все организаторы хорошо знают, что делать. Вот я надеюсь, что сегодня тоже экзамен пройдет в штатном режиме. Спокойной, доброжелательной обстановке. Стоит отметить, что основной период ЕГЭ в Химках прошел в штатном режиме. В этом году его сдавали 1236 учеников. Причем довольно успешно. 126 человек подтвердили свои знания и заслуженность золотой медали. 15 учеников получили по 100 баллов, 3 по 200 баллов. Есть среди выпускников этого года и такие, которым до 300 не хватило всего лишь несколько баллов. Один из них Андрей Грязнов. Его результат 297 баллов. Признается, к экзаменам готовился самостоятельно, без ажиотажа и привлечения репетиторов. Главные помощники – книги и желание учиться. Я считаю, что вполне возможно подготовиться к ЕГЭ самостоятельно и, ну, желательно начинать в начале учебного года. Года вполне учебного хватает. С выбором будущей профессии Андрей определился. Из-за увлечения культурой Азии молодой человек выбрал факультет японского языка и литературы. На данный момент шанс занять бюджетное место очень высок. В списках он на первом месте.